Он оказался на необитаемой планете и пытается построить корабль, чтобы добраться до Земли. Историю космонавта Мишкина, которую нарисовал запорожец Владимир Власенко, многие интернет-издания уже назвали украинским открытием. Теперь режиссер хочет выйти на мировой уровень и доказать, отечественная 3D-анимация может составить конкуренцию фильмам от Disney и Marvel. Пока запорожский автор презентовал трейлер новой работы. Полнометражный фильм собирается выпустить к концу года. Говорит, все дело в том, что рисовать инопланетный мир – задача не из легких. Первой мы нарисовали сцену, там, где космонавт вот, берет сверху с какой-то грибочек или цветочек. Вот неимоверно долго она создавалась, потому что не было понимания того, каким должен быть инопланетный мир, как он должен выглядеть. Мы там смотрели фотографии Австралии, смотрели пустыню Аризоны, смотрели какие-то лунные пейзажи марсианские.